Привет, вы на канале М4 Марк. Сегодня мы будем снимать про Zoom 3D. Про Steel of Everything. Я его до сих пор не могу пройти, но у вас сейчас на экране. Но это мне друг прошел. Мне друг это прошел. Ну, короче, не важно, все. Я буду проходить Steel of Everything. У меня 77%. Это мой максимум был. На Doom 3DS Lite. И сегодня я попробую покорить. Ух, я попробую. Началось. Сама сложно. Блин, я затупил. А я затупил очень сильно. Не повезло. Так, началось самое сложное. У меня рекорд. Зачем я это сделал? У меня рекорд был только что. Я не знаю, сколько это было процентов, но походу 8-6. Но это не точно. Oh my god. Фу, я зацепил. Я тебя затупил, конечно. Вот нужно тупеть. Просто нужно. Я не знаю, почему нужно тупить. Это я очень не знаю. Зачем я это сказал? То, что я затупил. Вот именно. Хорошо. Так, самое сложное.
Я прошел. Все. Ребята, я не понимаю. Вот когда я записываю именно ролик, я начинаю проходить все уровни какие-то, ну не все. Но я начинаю уже развиваться, потому что я снимаю. Потому что я снимаю для вас. Я прохожу для вас и для меня. Следующий уровень — это уже пипец. Вы поняли. Карты фанк. Нафиг. Ну, просто там... Как? Как это сделать? Просто я не знаю. У меня максимум там где-то... Я точно не помню там, сколько у меня было. Ну, вроде бы, но я в конце. Ну, там где-то 70, я не знаю. Ну, короче, это пипец просто. Ладно, вы слушайте музыку. Так, ну сейчас тут началось самое сложное. Так. Блин, ну да, это самая сложная часть. Это самая сложная часть, где я умер. Это самолетик. Ну, это на втором месте самая сложная часть. Потому что, ну, как бы, там же жестко, да. Там маленькие проемчики надо кликать, реально. Это просто сложно. Реально. Так, самое сложное. Блин, я забыл там прыгнуть. Сначала мы пройдем на... Ладно, вам не нужна музыка, мне кажется. Я просто сейчас попробую запомнить тайминги и попробую. Ну, какой попробую? По-любому я пройду. Ну, попробую именно запомнить там. Монетку теперь. О, чё? Она же не с монеткой. Ладно, все. Не хотелось монетку теперь. Ну, не хотелось, но... жесткая она. А вообще самая жесткая — это третья. Ладно, все. Мы уже доходим до нашего самого сложного кораблика. Я карту фанк очень давно проходил на кристаллике. И, может быть, не проходил. Ну, я его по-любому проходил, ну, как вы видели, похоже, да? Так, тут надо запомнить тайминги. Так. Тут сразу прыгнуть, вот так. Прыгнуть. Там сразу надо прыгнуть. Так, зажать. Вот тут такой нормальный тайминг. Опа, ну тут началось это. О май гад. Так, ну тут, да, нормально. Анман. Вот это первый анман. Так. Нет.
Блин, там надо кликнуть. И конец, да? Да. Конец, наверное, будет только здание тепло. Но я должен его пройти как бы. Я попробую. Вы слушайте, а я прохожу. Ой, все. Так. Блин. О май гад. Я еще раз попробую. Ладно, ребята, давайте уже будем заканчивать, потому что мы и так прошли наш уровень Steel of Everything. Я, конечно, рад, но это еще не максимум рад. Потому что это изи уровень, ну, он такой нормальный, это изичный уровень, конечно. Но вот карта Фанк, если я его пройду, это пипец будет. Ну, я должен его посмотреть. Там спамы должны быть прям крутые. Мы, наверное, сегодня будем заканчивать. И всем пока-пока.